тут народ толкается. Огромное количество, да. Всем интересно. Да, так... Лишь мало кто что поставил в итоге. Очень бедная экспозиция. Да, и вот Рот как раз сказал, что, говорят, инновации, ну, они реально здесь. Они реально... Их можно попробовать. Вот. Нужны опоры даже такой ширины. 400-800, да, метров. Да. Поэтому нам это очень интересно, потому что жители города перебираются, осваивают уже на правый берег Волги. Там у нас идет строительство жилищных коттеджей, освоение сельхознаселения. И за рекой у нас вторая река, скажется, Самара, тоже идет строительство огромного жилищного комплекса на 110 тысяч поселок. Южный город, поэтому нас тоже интересует такой местовой переход через реку Самара напрямую от железнодорожного вокзала, что позволит сократить и время в пути, и комфорт жителей добираться до работы и обратно.